выглядел кобыз в 18 веке? Чем отличается туркменский дутар от дамбры? Насколько разнообразны музыкальные инструменты народов мира? Выясним в новом выпуске проекта «Welcome to Kazakhstan». Каких только нет музеев в Алматы. И археологический, и краеведческий, и музей искусств. И все они достойны посещения. Но вот по отзывам туристов, есть в Алматы одно уникальное место. Музей народных музыкальных инструментов имени Ихласа. Посетим его. Это проект Welcome to Kazakhstan. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Давайте расширять кругозор. Решите прогуляться по парку 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, то от вашего взора не укроется удивительное деревянное здание, выполненное в стиле старорусского зодчества, но с элементами казахского декора. Над его возведением работал знаменитый алматинский инженер Андрей Зенков, создатель Вознесенского собора. Построено здание было в 1908 году. Затем долгие годы служило офицерским клубом, кинотеатром и лишь в 80-е годы приняло в свои стены уникальную коллекцию. Музей открылся 24 апреля 1981 года. И является уникальным музеем, то есть единственным музеем в Центральной Азии и уникальным музеем в Казахстане. Вообще история создания этого музея тесно связана с именем общественного и государственного деятеля, историка, этнографа Узбекали Жанабекова. Музей находился на пересечении улиц Жибекжулы, Панфилова и в 1984 году переехал в нынешнее здание. А в 1990 году музею было присвоено имя Киши кобызиста Ихласа Дукинова. Сейчас функционирует 9 залов. Это у нас 5 залов казахских музыкальных инструментов, а 4 залов – это зарубежных стран. Еще есть концертный зал на 120 мест в виде юрты. И музей сейчас работает как научно-исследовательский центр, то есть единственный научно-исследовательский центр и как выставочный центр работает. Залов, и в большинстве из них представлены казахские музыкальные инструменты. В целом же здесь отражена культура более чем 50 народов мира. Каждый зал уникален по-своему, и сейчас мы в этом убедимся. Водный зал демонстрирует то, насколько давно человек освоил игру на музыкальных инструментах. К примеру, можно взглянуть на петроглиф, которому более 4000 лет. На нем изображены люди, играющие на музыкальном инструменте, напоминающем дамбру. Экспонаты этого зала тоже отсылают к древним временам. Шаманский жезл для ритуальных танцев, большой барабан дабыл, кирней – духовой инструмент, с помощью которого подавали сигнал тревоги. Музей
народных музыкальных инструментов Ихласа – собрание редкостей. Всего в его архивах более 1000 экспонатов, из них более 300 представлено в залах музея. Естественно, значительную часть выставки занимают казахские народные музыкальные инструменты. Недаром музей назван в честь выдающегося мастера игры на кобызе – Ихласа Дукен-Улы. Впервые вижу двухстороннюю дамбру. Время изготовления мастер неизвестны. В любом случае, тот, кто на ней играл, был настоящим виртуозом. Следующий зал посвящен духовым и ударно-шумовым инструментам. Это самые древние изделия человечества. С помощью них музыканты пытались подражать звукам природы, голосам животных. Изготавливались они из самых простых материалов – камыш, кости, звериная кожа. Интересно, что у самых древних духовых инструментов не было дополнительных звуковых отверстий. Лишь с течением времени на примитивных дудках, флейтах появились новые отверстия, и мелодию, которую до этого играли на нескольких тростинках, стало возможным сыграть на одной. Настоящая реликвия – кобыз 18 века, принадлежавший Баксы Жарасу. Знаменитый врачеватель, музыкант и шаман завещал его своим потомкам. Дошел он до нас в неплохом состоянии для своего возраста. Правда, секрет на нем уже не получится. Есть в зале кобыза и инструменты, принадлежавшие другим выдающимся мастерам. Микенбаю – Койбагар-Улы, Жапасу – Каламбаеву, Даулету – Махтыбаеву. Можно внимательно изучить, чем они отличаются, ведь каждый инструмент уникален. Какие-то кобызы изготовлены из березы, какие-то – из можжевельника. Струной служит конский волос. Кобыз – прекрасный инструмент для передачи звуков природы во всем ее многообразии. Дамбры и вовсе назван мемориальным, ведь каждый инструмент в нем некогда принадлежал великому исполнителю. Все тут отсылает к золотому веку в истории казахской музыки. Увидеть вживую дамбру Акан Серы, Жамбыла Жабаева, Абая Кунанбаева и Шакарима стоит многого. Только ради этого нужно приехать в Алматы и посетить этот особенный музей. Музыкальных инструментов тюркских народов можно выяснить, насколько похожи они у родственно близких культур. Чем, к примеру, отличается от дамбры туркменский дутар? Как выглядит настоящий киргизский камуз? И как играть на башкирской флейте кураи? Экспозиция прекрасно оформлена и наглядно демонстрирует те или иные особенности инструментов тюркских народов.
зале мастеров. Здесь представлены музыкальные инструменты, изготовленные мастерами своего дела. Есть тут и семиструнный жетиен, и разновидности шанкобыза. Увидеть их все равно, что взглянуть на скрипку Страдивари. Залы посвящены музыкальным инструментам народов мира. Есть экспонаты из Африки, изящные барабанчики, назначение которых понятно, и странные инструменты, о сути которых без экскурсовода сразу и не разберешься. Представлены в коллекции и национальные музыкальные инструменты народов Азии, как духовые, так и струнные. Это музыкальный инструмент анклунг, бамбуковый инструмент. Его встряхивают, и он издает только несколько нот. Играет в составе оркестров, тогда можно издавать несколько звуков, и полноценно играть можно. Он вьетнамский? Индонезийский. Индонезийский. Это коллекция индонезийская. Это вся полностью коллекция Индонезии. Да, две витрины индонезийские. Барабаны генданг, гамелан, ударный инструмент, и это уникальный инструмент индонезийский, сасандо. Сведо напоминает, может, кобру. В Казахстане есть специалисты, которые умеют играть на таких инструментах? Нет. Исполнительство передается из поколения в поколение так. То есть в мире, скорее всего, единицы, кто вообще умеет извлекать звуки из такого инструмента. Звук очень приятный, похож на арфу. Уникальный музей. Инструменты народов Европы ни с чем не спутаешь. Балалайка, гусли, волынка – их знает практически каждый. В музее имени Ихласа на них можно не только вживую взглянуть, но и услышать, как они звучат. Еще в стенах музея музыкальные инструменты не только хранятся, но и обретают новую жизнь. Над самыми старыми образцами производят реставрационные работы. В 2013 году в музее провели реставрационные работы. В результате, кроме выставочных залов, здание обогатилось медиатекой, кинозалом. В музее регулярно проходят концерты этномузыки с участием учеников Казахской национальной академии искусств и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Для гостей музея доступны экскурсии на казахском, русском и английском языках. Музыка – язык, понятный каждому. И после посещения Музея национальных музыкальных инструментов имени Ихласа вы с уверенностью можете сказать: «Теперь я знаю об этом мире чуть больше». Welcome to Казахстан!